29. Сейчас, мне кажется, профессия, она такая молодеет, и поэтому, наверное, это уже такой хороший возраст для шефа. Не молодой точно. Я же не говорю, что у нас, допустим, все повара могут стать шефами и будут ими. 100% нет, потому что есть действительно исполнители, и к ним тоже, по большому счету, нет претензий, потому что есть исполнители, которые делают одну вот задачу, которым верили. Они ее делают тут давно, хорошо, но все-таки, когда человек горит глазами, когда он хочет вникнуть во все и максимально втянуться в процесс и все через себя пропустить, это классные ребята, с которыми хочется работать. У них есть будущее. В моей практике были разные варианты, и действительно работал на двух работах, да, и работал на двух работах. Нет, на самом деле, ну, постоянно совершенствоваться, то есть если тебя что-то не устраивает, ты ищешь что-то новое для себя.